вы еще доедаете, а Тима к нам идет. Я вам хочу сказать бесконечное спасибо, что вы пришли, за ваши теплые слова, за вашу любовь, за... Это для меня немыслимая поддержка и немыслимая сила. Вы все для меня немыслимая сила. Я из-за того, что не успела сконцентрироваться, вся такая туманная, вся такая противоречивая. Но роман с Княгининой. Стихи Булата Шаловича Акуджавы, музыка Шварца. В юности матушка мне говорила, чтоб ты я любви свое сердце открыла. Видно, иные пришли времена. Бедная как заблуждалась она. Как раз мама моя прошла. Ах, нынче женихи твердят лишь о богатстве. Костры былой любви навеки в них погасли, и лишь один среди них сам ангел воплоти. Но где его найти? Но где его найти? А у меня душа, она почти из воска, податлива, тонка, наивна, как березка. Душа моя щедра, но что вам от щедрот? Никто ведь не поймет, никто ведь не поймет. С юности встретить мечтаю поныне друга. Представьте, я в каждом мужчине. Я беззащитна пред вами стою. Воска податливо тонка, наивна, как березка. Душа моя щедра, но что вам от щедрот? Никто ведь не поймет, никто ведь не поймет. Ах, нынче женихи твердят лишь о богатстве. Костры былой любви навеки в них погасли. И лишь один среди них сам ангел воплоти. Но где его найти? Но где его найти? Вот это мне подсказали слушатели. Марина Цветаева. Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче, вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен! Мой милый, что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь. Вода в крови, в слезах умылась, не мать, а мачеха, любовь. Не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая. И стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайскую державою. В раз обе рученьки разжав, жизнь выпала копейкой ржавою. Где ты убийцей на суду стою, не милая,
несмелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала. Спрошу я стул, спрошу кровать, за что? За что терплю и бедствую, целовал колесовать, другую целовать ответствуют. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь. Заледенелую, вот, милый, что ты сделал мне. Мой милый, что тебе я сделала? Все ведаю, не прикословь, вновь зрячая уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть. Садовница. Само, что дерево трясти, в срок яблоко спадает спелое. За все меня прости, мой милый, что тебе я сделала. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью в суе, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы, не зная сами меня, так любите, за мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наши негуляния под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами. Удовольствием приглашаю на эту сцену, хотя его не надо приглашать на эту сцену, моего дорогого друга, моего педагога, поскрипывает уже, так много лет мы друг друга знаем, Дмитрия Матюшина. Встречайте с любовью! Ну да, я попробую сейчас объясниться в любви песней своего любимого Юрия Висбора. Мне нравится. Что, вы целуете другую? О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда и созвездие лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явную смешкою письма читает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял, где, подружка моя, разошелся с тобой на пути, где гитарой бренча прошагал мимо тихих симфоний,
полагая, что эти концерты еще впереди. И беспечно я лил на баранину соус ткемали, и картинки смотрел по утрам на обоях чужих. И меня принимали, которые не понимали, и считали, что счастье является качеством лжи. Одиночество шлялось за мной и в волнистых витринах, отражаясь печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам тащились машины, абсолютно пустые, без всяких шоферов вообще. И в пустынных вагонах метро я летел через годы, и в безлюдных портах провожал и встречал сам себя. И водили со мной хоровод одни непогоды, и все было на этой земле без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И надеюсь на старого друга и горные лыжи. Я пока пребываю на этой пустынной земле. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой буксует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадёжь, догадайся, спасибо. Коля, с днём рождения! Скажи нам, что все лучшее в этом концерте, все замечательные идеи – это Димины идеи. Все лучшее музыкальное, тонкое, с переливами. Я музыкальные идеи, Виктор Ильич, абсолютно точно. Это Лев Викторович, Дмитрий Альбертович. Прошу любить и жаловать. Ох, была Ахмадулина. О, мой застенчивый герой, ты ловко избежал позора, как долго я играла роль, не опираясь на партнера. К проклятой помощи твоей я не прибегнула ни разу. Среди кулис, среди теней ты спасся, незаметный глазу. Но в этом сраме и бреду я шла пред публикой жестокой. Все на беду, все на виду, все в этой роли одинокой. О, как ты гоготал, портер, ты не прощал мне безобидность. Бесстыжую моих потерь, моей улыбки безобидность. И жадно шли твои стада напиться из моей печали. Одна, одна среди стыда стою с упавшими плечами. Но опрометчивой толпе герой действительно не виден. Герой, как боязно тебе, не бойся, я тебя не выдам. Вся наша роль, моя лишь роль, я проиграла в ней жестоко. Вся наша боль, моя лишь боль. Но сколько боли, сколько, сколько. Марина Петровна. Не взыщи мои признания грубы, ведь они под стать моей судьбе. Жизнью воплощенную в мольбе.
теперь у меня заходится дыхание от одной лишь мысли о тебе. Ничего, что сад мой замяли грозы, что живу сама с собой в борьбе. Но глаза мне застилают слезы от одной лишь мысли о тебе. Но глаза мне застилают слезы от одной лишь мысли о тебе. Не взыщи мои признания грубы, ведь они под стать моей судьбе. У меня пересыхают губы от одной лишь мысли о тебе. Педагогам, моим наставникам, которые сегодня тоже в зале. Они знают. Все. Я вас очень люблю, я бесконечно благодарна, что вы рядом. И я верю, что главное, что вы посеяли во мне, оно прорастает. Спасибо. Вот они меня понимают с полуслова, с полувзгляда. Юрий Кукин. Вот вы поверили в меня, а жаль мне, я драгоценности менял на камни. Я забирался в небеса, я верил только в чудеса. А вы поверили в меня, а жаль мне. Я забирался в небеса, я верил только в чудеса. А вы поверили в меня, а жаль. Вся жизнь моя у вас перед глазами, а жизнь лишь сигареты след на полированном столе. Исчезнет мир и стол в зале. А жаль мне, а жизнь лишь сигареты след на полированном столе. Исчезнет мир и стол в зале. А жаль мне. Поверили в меня, а жаль мне, я море часто путал с небесами, искал я звезды в глубине, хотя не там вы надо мне, а вы поверили в меня, а жаль мне, искал я звезды в глубине, хотя не там вы надо мне. Поверили в меня, а жаль мне. Спасибо за вашу веру. Исчезаю. We'll be right back.
благодарю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мне очень лестно присутствовать сегодня на прекрасном юбилее прекрасной Ольги. Я редко попадаю в столь малые формы. Как вы знаете, у нас в Букингемском дворце немного больше места, но когда я спросила, что значит гнездо? Гнездо – то доброе место, где родители растят своих детей. Судя по сегодняшнему вечеру, дети здесь есть, и родители есть. И есть преемственность поколений. А я, как хранитель традиций, очень это чту. Ольга, что бы хотела сказать в юбилей? Ну, во-первых, я была слегка озадачена. Почему, может быть, это русская традиция конкретизировать? Я думаю, такой прекрасной леди можно обойти дату стороной. Пусть это будет, хотя, знаете, не русская. Дело в том, что английские академики в этом году Британская академия отличилась. В Букингемский дворец пришла номинация «Старушка года». Ну, как вы знаете, я имею глубокие убеждения, что человек имеет тот возраст, в котором он счастлив, и на котором он ощущает себя здоровым, счастливым и деятельным. Поэтому я попросила секретаря написать, что Его Величество, к сожалению, не чувствует себя соответствующей премии «Старушка года». Берите пример, дорогая. Вам можно присудить премию «Искрящиеся глаза года». Ради сына в день рождения. Самая светлая женщина в мире. Женщина, дарящая радость. Вот ваши номинации. А «Старушку года» мы оставим кому-нибудь другому. Что хочется сказать в первую очередь. Сейчас, когда в мире очень неспокойно, мир болен, пожелать вам, Оленька, всей вашей семье, всему миру здоровья, а миру – мира. Во-вторых, я, как, опять же, хранитель традиции, знаю толк в женщинах. Мой сын, мои внуки приводили невесток. Если бы кто-нибудь из них привел такую девушку, я бы сразу ее одобрила. Но вы владеете прекрасной профессией, Оля. И я от всей души желаю вам роли, в которой благородство вашей души, ваш свет, ваша красота могли бы засиять в полную силу. Еще, Оленька, я вам желаю любви. Как пела известная группа The Beatles, All you need is love. All you need is love. Извините, просто полюбив ее в глубокой юности, я чту верность этой группе и иногда позволяю себе некоторые вольности вне этикета. Но любви я вам желаю от всего сердца. Дорогая Ольга, наверное, в завершение я бы хотела подарить вам из королевской ювелирной мастерской некий предмет, который пусть будет талисманом в ваших будущих ролях. И сопроводить это стихами англоязычного автора Роберта Фроста. Я примеряю месяц к небесам, над крышею и серебристым вязом, как вы, наверное, к темным волосам заколку примеряли бы с алмазом. Я примеряю месяц молодой, когда один, то вместе со звездой. Как славно ясный месяц примерять, бродить, глядеть и тешиться игрою. Закалывать над рощей, вновь снимать и приносить к ночной воде с собою и в пруд бросать, чтоб месяц плыл, качаясь, и чудеса на свете не кончались. С чудом вашего рождения, Оленька! Будьте счастливы! На этом хочу закончить и уйти по-английски. Заслуженная артистка России, орден, какой-то там потрясающий орден недавно вручил ей Владимир Владимирович Путин. Королева! Татьяна Веселкина!
Ну, это очень волнительно выступать просто после Ее Величества или Высочества. Кто знает, Величество или Высочество. Thank you so much. Дождь в лицо и ключицы. Нет. Не то. Был Ахмадулин. Ну, тоже был Ахмадулин. Вот я стою. Ни женщина, ни девочка. И ветер меня гладит по плечам. Я маленькая-маленькая веточка. Садовник, утоли мою печаль. Садовник, заслони меня от ветра. Мои он разоряет лепестки. Что делать мне? Я маленькая ветка, у меня нет слова, ни руки. О, подойди, скажи, не солгала ты. Ты маленькая веточка, прости. А ветер он буян и соглядатый. И ты меня от ветра защити. Мне что-то стало трудно дышать, что-то со мной надо решать. То ли это болезнь суеты, то ли это боязнь высоты. О, друзья мои дышащие легко, почему вы все время так далеко? Если мог чей-то дом над землей парить, почему бы моему это не повторить? Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает, вот только бы ветер далеко не унес. Значительно легче стало дышать, вот и все, что нужно было решать. А все-таки чем-то таким грешу, что не поддается карандашу. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы опять далеко? Даже здесь, в этой области неземной, вы опять не рядом со мной. Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает, о, только бы ветер далеко не унес. Отыкивал, а ветер нас относил в океан. Но как бы ты ни был самолюбив, я не из породы самоубийц. О, друзья мои, дышащие легко, вы опять далеко. Даже если отважусь я на прыжок, кто постелит внизу лужок? Кто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает, вот только бы ветер далеко не унес. Это на заказ. Ну, просто больше никто не заказывал ничего. Я приглашаю этого дорогого мне человека, актрису театра под руководством, вернее, актрису театра Олега Табакова, заслуженную актрису, артистку театра и кино России Марьяну Шульц.
я ее вижу. Я прошу прощения, может быть, вдруг забуду что-то от волнения. Я все забывала. Поэтому хочу предохраниться от пюпитра. Я эту песню слушала в детстве на пластинке. Совершенно зачарованная, не понимая ни одного слова. Сейчас я тоже, мне кажется, мало что понимаю, но хочу ее посвятить Оле. Буду акапельно петь, как-то не... Только семь на свете чудес, я их все могу перечесть, но еще восьмое чудо есть любовь. Восьмое чудо, и ни с кем его не сравнить, и никак ее не убить. Только тот, кто любит всегда, счастливым будет. Знай, ради тебя, всем сердцем любя, все сделаю я, только полюби, только полюби, только полюби ты меня. Прикажи, и я отведу от тебя любую беду. 100 дорог пройду и найду тебя, и рядом буду, разлучить не сможет тогда нас с тобою наша судьба, потому что с нами всегда любовь. Восьмое чудо, знай, ради тебя, всем сердцем любя, все сделаю я, только полюби, только полюби, только полюби ты меня. Хотела бы спеть Олину любимую песню, которую Оля попросила меня, но так тонко попросила. Я не очень ее помню слова, но я постараюсь тоже чуть-чуть так иногда подглядывать. Ночные поезда у полустанка напомнили сожженные мосты, и медленная-медленная танго откуда-то плывет из темноты. И кружится прекрасное, как в дымке, лицо твое склоненное ко мне. И кружится, и кружится, и кружится пластинка в обратную, как память о войне. Танго у разбитого танка, у полустанка звучит в тишине тайна. Все, что было, то тайна, и эта песня случайна, как сны на войне. Нам песня на смертельную атаку, нам ярость, чтобы драться за троих, нам после боя медленная танго, чтобы этот страшный бой забыть на миг. И вот блески ракет сближались лица, и мимо пролетало вранье, как будто бы от смерти, от лиха прикрыло сердце. Сердцем я твое. Танго у разбитого танка, у полустанка звучит в тишине тайна. Все, что было, то тайна, и эта песня случайна, как сны на войне. Ночные поезда у полустанка стоят, как часовые на посту, и медленная-медленная танго. Уплывает в темноту,
Не знаю я, где ты, кого голубишь, но голос твой все слышу наяву. Так спойте же со мной это танго, люди, и вслушайтесь в летящую листву. Танго у разбитого танка, у полустанка звучит в тишине тайна. Все, что было, то тайна, и эта песня случайна, как сны на войне. Браво! Рождение, моя нежная душа. Зоя Ященко. Еще одну замечательную гостью. А...
не хочется с этого начинать, но что ты поделаешь, победительница конкурса «Голос», потрясающая певица, замечательная актриса, она играет тоже на сцене театра Табакова, чудеснейший человек Дарья Антонюк. Все, что хочу сказать, сама такая. Все. Я победительница, голос. Победительница не важно, голос и не голос, победительница наших сердец. Я тебя очень люблю. Нет, все нормально, я справлюсь. Вот. Очень волнуюсь, потому что мне важно все равно быть сегодня с тобой вечером, потому что Оля стала для меня... Несмотря на то, что мы не так уж и много общались вообще во время постановки спектакля, в котором мы с тобой вместе участвовали, и как-то, я не знаю, как так случилось, что мы с тобой вот так соединились, и я очень этому рада, что мы с тобой вместе, оказывается, мы вообще и живем рядом. Прям в соседних домах, серьезно. Прям не то, что рядом там на станции метро рядом, нет, мы прям правда в соседних домах живем, и это мне очень приятно. Что вот как-то так мы соединились, как будто судьба какая-то. Однозначно, да. И я тебя поздравляю и желаю тебе вот только всех тех горизонтов, о которых ты мечтаешь, чтобы они не были мечтой, а стали реальностью. Эти летние дожди, эти радуги и тучи, мне от них как будто лучше, будто что-то впереди. Чистота.
хоть летние дожди. Эти радуги и тучи, мне от них как будто лучше, будто что-то впереди. Хочется очень сказать, вспомнить тех, кого нет с нами, но они с нами. Марина Цветаева. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос, и будет жизнь с ее насущным хлебом, забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом и не было меня. Изменчивый, как дети, в каждой мини, и так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой, виолончели, кавалькады в чаще, и колокол в селе меня, такой живой и настоящий, на ласковой земле, вам всем, что мне не знавшие меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. И день, и ночь, и письменно, и устно, за правду да и нет, за то, что мне так часто слишком грустно, и только 20 лет. За то, что мне прямая неизбежность прощения обид. За всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид. За быстроту стремительных событий, за правду, за игру, послушайте. Еще меня любите за то, что я умру. Борис Чичибабин, музыка Владимира Мищука. Дай вам Бог с корней до крон, без беды в отрыв собраться уходящему. Остаюсь
знаю край души, больная Русь, перезвонность, первозданность, с уходящим помирюсь, создающимся останусь. Глаза вернуть и спины выпрямить горбатым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Дай Бог быть тертым калачом, ни сожранным ничьей шайкой, ни жертвой быть, ни палачом, ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог лжецам сомкнуть уста. Глаз Божий, слышав в детском крике, дай Бог живым узреть Христа, пусть не в мужском, так в женском лике. Не крест. Без крести мы несем, а как сгибаемся у Бога. Чтоб не извериться во всем, дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего. Всего-всего и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно. Ну, уже потихонечку завершая наш концерт, я хочу еще раз пригласить Андрюшу Берина на сцену. Мы споем одну из наших любимых студенческих песен, петую-перепетую, в коридорах школы-студии МХАТ, в общаге МХАТовской, на разные голоса. У нас был очень поющий курс, я старалась помалкивать. Киреев, Дождь. Я хочу чуть-чуть. Нам там так будет лучше. Хорошо. Да можно и в этом. Все для тебя. А город дышал теплом, и за его окном больше не в силах молчать, дождь начинал стучать по черепичным зонтам. И я спрашивал, кто там. Так, идёшь, стучишь.
мочит, ты дремлет в луже стадион, футбольный матч перенесен. Мой друг, ты создаешь уют, песни твои пою, ласточки у гнезда, скорые поезда. Может, ты старый актер или эхо древний хор? Ответ мне звучало нет, нет, просто я на них похож. Я дождь, да-да-да, дождь. Так, тики-тики-тики-тики-тики, часы стучат, и стрелки мчат по кругу, словно руки к новой встрече и разлуке. Так, тики-тики-тики-тики-тики, и дождь стучит, весь мир молчит и дремлет в лужах. Стадион, футбольный матч перенесен. Вспомнила, спасибо. Вспомнила наши студенческие годы. Я как раз вот сидел сейчас с Дашей, вот мы, Антонюк, обсуждали, что я смотрю на тебя, и мне просто не верится, что с того момента, как мы выпустились с тобой из школы студии МХАТ, прошло без малого 20 лет. Я смотрю на тебя и вижу ровно того же самого человека. Это фантастика. Я говорю, насколько это... Мне не верится, что ну, ты просто ты ни капельки не изменилась. Я просто, да, я не понимаю, как это так. Просто я вижу те же интонации, я слышу те же ноты. Я вспоминаю, как мы как-то в общаге там что-то готовились к сессии, я никогда не забуду, и как ты плакала, и говорила, я так хочу спать, я сейчас только учусь. Это ужас, надо было всю ночь не спать. А знаете, это были такие ликбезы для тех, кто прочитал Гомера, например, да, Сервантеса и прочую зарубежную литературу, и не только зарубежную. Мы потом друг другу это пересказывали ночами. Многими, не одной. У меня случалась просто истерика, я не знала, как доживали те, кто все запомнил, что ему пересказали. У нас были случаи, когда наш замечательный педагог по зарубежному театру, знаменитый просто педагог, Видус Юргисович Селюнас, поставил человеку зачет за то, что он сочинил второй том Сервантеса «Дон Кихот». Он первую прочитал, а вторую, походу, сочинил. В общем, невероятно, как просто замерло время, и просто это такое счастье, что я сегодня здесь. Спасибо тебе огромное, что позвала меня. С днем рождения. Это правда украшение, правда? И все мои гости, по-моему, сегодня удивительное украшение концерта. Я вас всех очень люблю, спасибо вам огромное. Я поставила пипитр, как будто бы для Андрея, на самом деле он для меня. Ты, по-моему, даже открыл не ту вообще песню. Тем не менее, да, давайте. Но вы тоже можете тут подпевать, вы, скорее всего, знаете, что пипитр. Затихает Москва, стали синими дали, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. День прошел, скоро ночь, и вы, наверное, устали, дорогие мои москвичи. Можно песню окончить и простыми словами, если эти простые слова горячи. Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами, дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, на прощание? За внимание, до свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. И когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим слезам подберу я ключи, чтобы песни свои Yeah.
свидания, дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание? До свидания, дорогие москвичи. Ну и дети мои, конечно, они просто уже спят.